Итак, всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Алекс Монг, и мы продолжаем наш перезапуск 2017 года игры Need for Russia, сделанной в СССР. Мы дошли до 15-й карьерной трассы поля. И сейчас мы будем ездить на ВАЗ-2101 копейки. Ну вот, на старая добрая копеечка. А в соперниках у нас появляется ГАЗ-24. Это серьезный соперник. Ой, как меня круто завернула чайка. Ой, копейка. Да, задним ходом, конечно, здесь машины ездят не очень. Ну, копейка здесь довольно мощная. Я думаю, догнать у нас получится. Красивый такой светло-коричневый цвет. Впереди мы видим синюю Волгу ГАЗ-24. Рядом с ней едет ГАЗ-13 Чайка черная. И по ходу дела прокачанная копейка унеслась уже вперед. Так, у нас есть шанс их обогнать. Подождите там. Масса-то ведь меньше, чем у Волги и Чайки. Пока. Так, догоняем Волгу. Слева какая-то остановка автобусная даже. Даже почти 160 км в час. Что, вполне реально. Если я не ошибаюсь, копейка может и без всякой форсировки около 160 набрать. Ну, 150-то точно. ГАЗ-24, извини, подвинься, как говорится. Смотрите, как не отстает, да? Последний круг. Ух ты, я их обошел, класс. Теперь не сдаемся и едем на финиш. Тоже, кстати, очень удобно на ручнике заворачивать. Так машину лучше поворачивать, надо сказать.
О, здесь можно хорошо выиграть время. Мне так нравится эта деревенька справа. Вот только что мы проехали. Финиш. 16-я трасса карьеры. Трасса картинга. Так, и вот уже традиционно нас сажают на предыдущий автомобиль, который выдавали ранее. А именно ГАЗ-13 Чайка. Ее модернизированный вариант с турбонным дизелем. Как вы, наверное, заметили, трасса картинга — это по сути та же зимняя трасса, только она летом. Как бы парадоксально это не звучало. Так, а соперники у нас ГАЗ-69, Копейка и еще одна ГАЗ-13 Чайка. Так, если получится, обратите внимание на левые и правые стороны трассы, а именно на рекламные плакаты. Как я понимаю, здесь представлены другие проекты на том же движке, что и Викторафа, сделаны в СССР. Они уже посвящены иностранным машинам. Должна быть это самая короткая трасса. Видите, два небольших холда и финиш. Все, победа. 17-я трасса карьеры, тоже трасса картинга. Надо же, на той же прокачанной ГАЗ-13 Чайка. И те же соперники. Но разработчики решили не оригинальничать, а сделать два одинаковых заезда с разными трассами, скажем так. Потому что если посмотреть на карту, маршрут уже другой. Так, и круг это 3. Вот еще одно отличие. 3 круга. Да здорово. Чайка мигает поворотниками. Это не я их включаю, это так запрограммировано в игре. Они как бы облегчают понимание, где нужно повернуть. Финиш. 18-я трасса карьеры, учебный лагерь. И вот нам дают прокачанную копейку ВАЗ-21. ВАЗ-21-01. А соперники у нас обычная копейка, прокачанная чайка и самая лучшая машина в игре, прокачанная ГАЗ-24. Самый серьезный соперник. Не туда свернули. Вот смотрите, они замешкались что-то. Так, тогда догоняем копейку. Так, срезать бы здесь, конечно. Так, а нам в затылок дышит ГАЗ-24.
в принципе, можно догнать. Вот она уже рядышком. Стой! Это все обогнали. Нет, копейка меня определенно радует в этой игре. Не меньше, чем ГАЗ-69. И слава богу, нам больше не дадут запорожец. Я потому что действительно подкачал. Так, лежачий полицейский и второй круг. Кстати, может быть, на записи плохо видно, но водитель двигается, находясь на левом сидении. А именно двигается, когда крутит руль влево и вправо. Музыка вообще приятная. Давайте, ребят. Напоминаю, мы едем на прокачанном ВАЗ-2101 копейка. Ну, как обычно, ребята, историческая справка о копейке будет ссылкой под видео. Обязательно заходите, смотрите. От себя добавлю небольшой исторический факт по поводу копейки. Если кто не знает, то прародителем ее являлся итальянский Fiat 124, который, если не изменит память, начал производиться за 4 года до самой копейки. Потом уже Советский Союз заключил договор с итальянцами на то, чтобы наладить производство нового автомобиля «Жигули». И первое время итальянцы курировали. Первое время, я думаю, это 2-3 или 4 года, где-то так. Просто по памяти рассказываю, точно не помню. Курировали, в общем, производство автомобилей, и они действительно были качественные. А потом, когда производство окупилось, итальянцы съехали, как говорится, и наши уже начали делать самостоятельно. Пока я говорил, финиш. А вот и обещанная мною самая красивая трасса игры. 19-я трасса, город огней. Очень красивый город. Соперники у нас ГАЗ-13, прокачанная копейка. И кто? А и ГАЗ-24 Волга. Обычная синяя, не прокачанная. Вот она меня обогнала в наглую, бортанув. Да, здесь очень много резких поворотов, так что смотрите внимательно на стрелочки. И своевременно поворачивайте. А то тут надо проехать через заправку. Ну, ребята, вы бортуетесь, тогда и я буду. Я-то хотел честно. Так, первый круг. Не пущу я тебя. Детализация здесь советских машин просто потрясающая. Смотри, знаете, так глаз радует приятной прорисовкой. Как настоящие. Но, увы, уже начиная со второй части Need for Rush, они будут более простенькие. Не все, конечно, но увидите, когда дойдем до второй части. На моем лицензионном диске антология из первых трех частей, потому что они на одном движке. Четвертая часть уже очень кардинально изменилась. Мы можем без очень. Просто кардинально изменилась.
С одной стороны, в лучшую сторону, но с другой стороны, она стала сложнее и более замороченной. У меня на канале, в принципе, есть запись последних заездов Need for Russia 4. Посмотрите, неплохо получилось. Но смотреть всю игру довольно скучно, я считаю. Так, а пока я говорил, мы уже приближаемся к финишу. И снова город огней. 20-я трасса карьеры. Снова старая добрая копейка. И те же соперники. ГАЗ-13 Чайка. Покачанная ВАЗ-21-01 копейка. И ГАЗ-24 Волга. Как я люблю по этому городу ездить. Тут за окном тоже кто-то газует. Так, осторожненько протискиваемся вот здесь. Хотя расстояние достаточно. Главное никуда не впилиться, чтобы скорость не потерять. А то здесь только дай волю нашим соперникам. Вмиг обгонят. Видите, как символично? Спокойный ночной город, играет тихая, спокойная музыка. И мы едем на старых, добрых советских автомобилях. Лепота, как говорил Иван Васильевич. Красота-то какая! Лепота! Так, последний круг. Обратите внимание, посторонние машины, которые здесь стоят, точно такие, как в трассе картинга. Вероятно, это те же зрители приехали посмотреть на гонки. Еще пара хитрых поворотов около заправки и финиш. Победа. Ну и вот, настала пора прокатиться на ГАЗ-24 Волга. Но сделаем мы это в следующей серии, в 21-й карьерной трассе, трасса картинга. А пока что я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких, и играйте только в хорошие игры. Спасибо, что вы меня смотрели. С вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи!